что, так любишь лапшу, что ли? Я ее просто обожаю. Я тоже обожаю лапшу. Кстати, прикинь, я видел в Роблоксе есть такая игра, когда у него вместо рук лапша. Может быть, мы с тобой сыграем? Вау, прикольно. Давай поиграем скорее. И вот, как ты видишь, Милана, я несу свою лапшичку. Она у меня тащится, господи. Ползет. О, здравствуй, мой лапшичный друг. Интересно, это лапша все-таки или какие-то червяки у нас прицеплены? Макарона, макарона, я несу макарона. Так, крутятся какие-то штучки. Ой, что наверх? О, бургер гигантский. А наверху целый рай развлечений. Да, потому что сегодня в Роблоксе мы играем в симулятор лапшички. Ну, назовем его так, наверное, да? Давай пойдем на бургер. Давай пойдем бургер, давай возьмем монетки. Для чего нам монетки нужны, я не знаю. Просто... Сколько у тебя уходит? Вау! Что? Этот бургер какой-то. Господи, лапшичка. Я кручусь-верчусь, запутаться хочусь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что, попрыгали, куда полетели? О-о-о, почему только мне смешно, я не могу понять, а? Не знаю, ты что-то делаешь сумасшедшее. Так, а давай за банан. Да нет же, ай-яй-яй-яй. Что за мяч? Да господи, макароны! Хрязь! Вау, ой. А так, что мы еще можем делать? Вот пойдем лапшичкой покатаемся. Да, господи, да что ж такое, это лапша. Ну, он не может идти. О. И что? Вау, куды? Покрутились. У меня руки из лапши, вы знаете, друзья? Кто любит лапшу? Пишите в комментариях. Я люблю лапшичку, Милан тоже обожает. Воу. Так, подожди, а что там было? Мы что-то... Какое-то окошко вот. Ага. Вау, это гигантская кухня. Да? Мы на кухню с вами попали. Посмотрите, это раковина, здесь водичка. Ой, кто-то грязную вилку не помыл. Да лапшичка, помогите, лапша тонет. Давай я с тобой возьмем монетку. На кране вот есть монетка. Друзья, для чего нам монетки? Кружка. Что в кружке? Чаек. Давай в чаек бульхнемся. Да дайте же мне в чай запрыгнуть. Не выберешься. Я в чае. Фу, чай с макаронами. Мне кажется, это не самая вкусная штука. Ладно, погнали. Так, тут осторожно. Острый ножик. Маша, макарончики не режет. О, ничего, посмотри, у этого приятеля какие макароны. Точнее, лапшичка. Так, плита, горячая поджарься, плита. Поджарься, ты можешь поджарить. Серьезно? Я жарю свои ручки. О, подпалил, посмотри, они горят. А, у меня горят ручки. Так, а здесь есть, мы можем поменять себе какие-то ручки, купить новые. Руки Супермена, нормальные руки. Давайте вот купим себе такие. Сейчас посмотрим, у нас сейчас какие-то будут новые ручки. Итак. Супер длинные ручки, глянь, какие они. Ничего себе. Они удлинились, да? Ага. Они стали намного больше. Мне не нравится. Ой, у этого приятеля, посмотри, все сгорело. По-моему, он их точно подпалил на той плите, да? Кто любит арбузик, ставь лайк. Мы любим. Я не знаю, я как Человек-паук прям с этими руками. Арбузик. Что тут еще есть? Стульчик. Вот фиолетовые руки. Как они делают так? Кошкина еда. Кстати, по поводу кошки. А может быть, мы можем себе питомца взять? А так, вот тут есть какой-то магазин и есть какое-то яйцо продается. Давайте же купим, посмотрим, что там будет. Покупаем яичко, что там внутри? Что это за кусок льда? Кто это прыгает? Где это вообще? Что я купил, друзья? Это какой-то кусочек льда. Ходит за мной. Я его назову мороженым. Мороженка? Да. Ну ладно, пусть он ходит за мной. Ну, у него нету ни ротика, ни глазиков, ничего абсолютно. Что это такое вообще? Вау, я прицепился к люстре. Ну, у меня-то длинные теперь руки. Посмотри, я могу ими пуляться со всех сторон. А давайте отправимся на пляж. Погнали, нажимаем кнопочку. Вот мы с вами с тобой пришли на пляж, Милан. Посмотри, как тут чудесненько. А мы были вон там. Вот этот домик, там кухонька. Но мы сейчас сходим с тобой по песочку. И здесь кто-то что-то построил. И я сейчас своими ручонками доберусь до самого верха, наверное. Ой, подождите, ручонки.
А ну-ка, хрясь, хрясь. Вау! Вау! Подождите, ручки! Да почему же я до сих пор горю? Я не могу понять. Потушите меня. Воду давай. Если я упаду, я, наверное, утону, Милан. Воду давай. Да нет же. Что можно еще делать в этой забавной, странной игре? Я даже не могу понять. А? Вот этот? Да. Это замок. Это кто-то построил замок. Это ведь реально так. Ты же легкая макаронина. Я макаронина, поэтому я вот сюда забираюсь. И мой питомец, как он забирается без меня сюда? Вау, это же гигантский зонтик. Да? А это, наверное, вышка, на которой сидит смотрящий и смотрит, чтобы никто не утонул в море. Ладно, с этим все понятно. Давайте теперь мы сделаем вместо наших рук макарон голову такую длинную, как у жирафа. Что такое у меня крутится? А где наш питомец? Где мои глазки? А вот они. Папа, язык, что за язык? Я не знаю. Ой, господи, что это, язык к полу прилип, что ли? Ого себе, смотри, у этого парня какая длинная шея. Меня схватил кто-то за ногу. Парень, отцепись от меня. Языком. Ну, да отцепись ты, господи. Куда же ты меня потащил? Что ты делаешь, а? Отцепись. Что он делает со мной, я не знаю. Я ничего не делаю, он куда-то меня тащит. Прицепил меня к ногам. Как его отцепить? Может, мне тоже нужно его? Ой, я пытаюсь его, но мой язык не достает. Все, уходим от него. Уйди от меня. Полетели от него. Полетели быстрее, это какой-то языковастый парень, вау! Так, а давай языком сюда прицепимся. Смотри, я такой, ну нет, ну не так же, так жестоко-то. Вау, я языком прицепился! Куда? Что? Я прилип языком к этой штуковине, что ли? Отцепите, прошу. Ой-ой-ой, теперь я сюда прилип. Куда потащила меня? Это знаете, как на морозе, если лизнуть железяку, то ты прилипнешь. Поэтому лучше никогда железо не пробовать на морозе. А давай попробуем вот к этой штуке. Смотри, я к ней подхожу и такой... Что? Язык. Прикольный у меня длинный язык, да? Не правда ли? Ага. Мне кажется, речка. Ой, а что за сосиски? Я языком прицепил сосиску, и она идет за мной. Ой-ой-ой. На бойку давай, вот в эту. Ох, как же тяжело тащится моя сосиска. Отпустите. Ну что за идея такая забавная? А, будьте здоровы, кстати. О, пойдем вот сюда. Сосиска, иди за мной. Смотри, я ее сейчас затащу сюда. Она тяжелая, она еле тащится. Давай, вытаскивай ее. Я захожу вместе с сосиской сюда. Не захожу? Нет, не могу я зайти. Ну что-то как-то странно. Что мы еще можем тут делать? Hello? Там кто-нибудь живет в этой пещере? К вам пришла мистер Длинная Шея. Посмотрите, как я ей болтаю. Туды-сюды. Голова червя? Или что это? А ну-ка давай купим. Смотрите сейчас, что будет, ребята. О, я стал просто червяком! Что? А где я весь человек? Боже ты мой! Я Джимми Червяк! Я как примерно как эта сосиска. Одинаковая, да? У меня исчезли ножки. Ой, а у этого приятеля что, тоже он такой же стал? Что за забавная идея такая? Не могу понять, что тут творится. Вниз пошли, вниз. Идем. Hello, там кто-нибудь живет? Да, по-моему, тут... Какой-то приятель. Я не знаю, ну ладно, что-то тут никого нет. Я не могу прыгать, кстати. Я как червяк не могу прыгать. Да, забавная серия. Вот такой я сегодня стал Джимми Червяк. Друзья, ну что, вот такая была у нас сегодня прикольная история на Funny Family Games TV. Сначала у меня руки были как лапша и макароны, а теперь вот я остался сплошная одна макаронина. Такой, знаешь, червячок. Друзья, ставьте лайк обязательно этому видео, пишите в комментариях, как вам серия, подписывайтесь на наш канал и обязательно предложите еще какую серию можно поиграть. Всем удачи, всем пока-пока! Кстати, мне кажется, у тебя прическа тоже как макароны, смотри, они такие... Не трогай ее, я ее сегодня долго делала. Ну да.